Мотоциклист попал в больницу после столкновения с БМВ на улице Чистопольская. Мужчина ехал по улице Сибгат-Хакима и на кольце стал разворачиваться в сторону улицы Чистопольская. В этот момент рядом с ним ехала попутная иномарка. В какой-то момент водитель мотоцикла потерял управление, задел автомобиль, вылетел с дороги и снес дорожный знак. На карете скорой помощи его доставили в больницу.